Привет, друзья! Вот перегнал сегодня новых уток на этот двор. Гуси сейчас их встречают. Пошли уже разборки. Вот видите, чем плохо, когда соединяете взрослую птицу. Они начинают между собой уже выяснять отношения. Уже друг друга начинают гонять. Особенно вот индюки. Если гуси и утки еще не так, то индюки уже начинают показывать свою власть. Вот индюшка уже начала гонять селезня старого. Вот эти два уже сошлись. И могут уже драться, пока они друг к другу уже не привыкнут. Пригнала сюда бегунков, красного селезня и 4 утки. И там у меня уже остались только белые утки. Вот это тут селезень, что с Харькова привезли. И где-то еще утка здесь ходит. А вот что делают индюки. Паразиты вот такие. И начинают отбивать только особей мужского пола. А вот бегунки там возле ведра притаились. Она и к бегункам уже пристала. Что индюки, птица такая привередливая. Если они уже выросли на этом дворе, жили, а потом вы приводите какую-то другую птицу, она вплоть до того, что будет убивать индюшка на своей территории, если они не привыкнут. Вот такие у нас новости на сегодняшний день. У нас погодка такая хмурая. Утром немножко задождило. Ну а так вроде все спокойно. Куры вот ходят, дерутся, ищут себе червячков. Утром покушали. Ну, думаю, они здесь привыкнут. Здесь и маленькие вот бегунки были, но они практически уже не отличаются. Все гоняет дальше, смотрите. Какая хозяйка. Вот такие у меня новости. Вот здесь селезня загнали. Под виноградом спрятался. Вот бедняга старый. Думаю, они здесь привыкнут. Территорий много, так что помирятся. Селезни уже пошли что-то там себе искать. Конечно, здесь им намного будет лучше. И травка, и территория большая. Не то, что у меня там сидеть по загородочкам. На этом все. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Не, ну хватит уже к нему приставать. Все, он будет жить здесь. Привыкай уже к этому. Хозяйка такая.